Вот так бодрой, с увесистой спортивной сумкой студент 4 курса машиностроительного факультета Брестского технического университета Глеб Терещук 4 раза в неделю спешит по знакомому маршруту в тренажерный зал. Если бы еще 3,5 года назад кто-то сказал ему, что он станет чемпионом Беларуси по пауэрлифтингу в супертяжелом весе, чемпионом Кубка Республики и победителем многих других соревнований, наверное, он бы рассмеялся. Но сегодня может долго рассказывать о каждой из своих наград. Вот эту медаль я получил на Республиканском универсиаде за 1-е место в классическом троеборье и выполнил норматив КМС. И еще я получил 1-е место за выступление в классическом жиме лежа. Сейчас, можно сказать, самый значимый результат – это выступление в Туле. Я собрал 760 килограмм и выполнил норматив мастера спорта Республики Беларусь с превышением 10 килограмм. Так он 750 килограмм. И занял 1-е место среди юниоров. А все это стало возможным, во-первых, благодаря трудолюбию и упорному характеру Глеба, а еще благодаря тому, что на 1-м курсе в обычном парне из тренажерного зала его будущий тренер разглядел чемпиона. Подошел к нему, поговорил с ним, пригласил его заниматься данным видом спорта. Вот. Он не сразу согласился, сказал, подумает. Затем подошел ко мне и сказал, хочу попробовать. Начинать было очень тяжело, и порой Глебу казалось, что ничего не выйдет. Но благодаря вере в него тренера, желание достичь результата и целеустремленности начали приходить первые победы. Когда я пришел в зал, было тяжеловато достаточно. Ничего не с первого раза получалось. Тут же мост в жиме лежа, тоже несколько лет мы вырабатывали эту технику. Для начала не было каких-то больших ожиданий. Просто я думал, секция, просто позанимаюсь немного. Потом начало понемногу получаться, начали браться уже веса на штанге. Каждый день он тренировался, добивался чего-то. Потихоньку мы с ним шли вперед. Через полгода на первых соревнованиях он уже выступил. Показал неплохой результат. Затем республиканская универсиада, которую он сразу же выиграл. В двух дисциплинах. Это отдельно у нас жим лежа, штанги и троеборье. После этого Глеб Терещук неоднократно поднимался на пьедестал победителя. Последний раз на международном турнире Содружества наций в России. Участие в котором принимали спортсмены из более чем 20 стран. Но главное правило – не останавливаться на достигнутом. Из планов на будущее хочется обновить рекорд Республики Беларусь среди юниоров. В приседаниях 300 килограмм, в жиме лежа 200 килограмм и в становой тяге 315, в общей сумме 815 килограмм. А вот что касается самоопределения в дальнейшей жизни, тут у Глеба есть еще время подумать. Ведь ни от спорта, ни от профессии инженера он пока не готов отказаться. Сейчас задача №1 – активная подготовка к Кубку Республики Беларусь среди мужчин, который начнется уже на следующей неделе. Пожелаем ему новых побед. Ну а мы и дальше будем следить за его достижениями. Людмила Лагудич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.